Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Кост, и сегодня у нас будет вторая часть проекта «Немного О». Сегодня мы с вами поговорим о игре, в которой нам придется перепроходить одну локацию десятки, а то и сотни раз. Это игра Dark Souls 3. Игра Dark Souls 3 вышла 12 апреля 2016 года, и на данный момент ее цена составляет 2000 рублей. Многие начали проходить игру на PlayStation 4, а у кого были деньги и был хороший компьютер, купили эту игру чуть-чуть попозже, уже за 2000 рублей, и начали проходить ее на персональных компьютерах. Немного о самой игре. В игре нам предстоит сражаться с монстрами. Все эти монстры будут испытывать игрока на прочность, и вам придется перепроходить эту локацию 10, а то и 30 раз, чтобы перейти на другую локацию. Да, в этом и есть весь смысл Dark Souls. Проходи что-то одно, чтобы перейти в точно такое же другое. На самом деле в игре очень хорошая графика, замечательные проработки монстров, боссов и многое другое. В игру не скучно играть и очень даже весело. Ну а теперь перейдем к моему мнению о игре Dark Souls 3. Я считаю, что игра очень интересная и даже веселая, особенно если ты будешь играть с друзьями или еще с кем-нибудь. В игре замечательная графика, замечательная проработка боссов, локаций, деревьев и многое другое. В игре очень хорошая система прокачки персонажа. Если ты хочешь быть сильным и все время никогда не умирать, то качайся в воина и прокачай свою полоску здоровья на весь экран. Или можешь быть магом и качать ману, либо быть вором и качать только ловкость. Что ж, вот и подошел к концу второй выпуск «Немного О». Обязательно пишите комментарии, что вы думаете об игре. Мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и пока, ребята.